Берегиня. Слыша это имя, понимаешь, что зло просто не могло носить его. Так кто же она такая? Одна из версий утверждает, что это великая богиня, одна из тех, кто сотворил мир наравне с Макошью или Ладой. Насколько превозносили ее древние, кстати, как раз и указывает ее имя, так как если прочесть его как «прыгиня», это демонстрирует, что ее ставили в культ наравне с Перуном. Есть и другая версия, что берегиня скорее некий собирательный образ таких богинь, как Лада, Жива, Лея и другие. Что это сущность, носящая в себе их силы, кое вложили они в нее. В любом случае, берегиня – сущность, несущая в себе только женскую энергию ласки, легкости и любви. И в наше время многие стремятся подпитаться этим чувством. Поэтому рекомендую вам легкий и приятный сборник рассказов о любви Кати Степанцевой. Прекрасная книжка, кое подарит вам только положительные эмоции. Ссылка будет в описании, а мы продолжим. Версий о том, кем еще могут являться берегини, много. И сегодня трудно сказать, какая именно из них правдивая. Занятно, что некоторые источники о них до нас дошли от записей, сделанных после прихода христианства, аж примерно в XIV веке. И там говорится об этой языческой особи, как исключительно о благостном создании, чуть ли не наравне с ангелом-хранителем. Кто-то ограничивается определенными числами и сообщает о количестве берегинь 30, кто-то 7, называя их нечто вроде русалками или же описывая одну из них как «женский призрак, блуждающий по брегу». В этих версиях считалось, что то были невесты-утопленницы, кое пострадали от неверности жениха или другого унижения. Как русалки, на день Купалы и Костромы, они заманивали к себе молодых мужчин своим прекрасным голосом. Слыша ее имя, мы также легко можем вспомнить березу, что считалось нашими предками самым чистым русалием деревом. Берегиню плотно связывали с ним. Даже веники в бане, сделанные из березовых ветвей, считались лечебными неспроста. По поверьям, берегиня была воплощением березы, частью ее или хранительницей. В этом случае несложно связать ее имя еще с такими словами, как «беречь», «оберег», «берег». В последнем случае считалось, что она хранила явь, явный мир, от Нави, подземного, подводного мира. «Брыгиня» переводится как «заросший холм», который может считаться и береговой линией. В любом случае считаются данные создания исключительно положительными и не творящими зла или правосудия. Они даже могли начать защищать определенного человека от того или иного ненастия или нечисти, если он живет в гармонии с природой и не нарушает законов.